Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов Бартоломео Бермеха. Воскресенье. Около 1475 года. Дерево масло позолота 90/69. Соперник Хайме Уге Бартоломе Бермеха считается крупнейшим представителем живописи готического периода в Испании. Его стиль, лишенный идеализма, как и в случае Уге, сформировался под влиянием фламандской школы и мастеров Рогира ван дер Вейдена, Дирка Боутса, Яна ван Эйка. Воскресенье является частью большого алтаря, конструкция которого остается неопределенной. Христос восстает из гроба на глазах у преданного ангела и пораженных чудом солдат, охранявших могилу. На заднем плане изображены три Марии, идущие из Иерусалима к месту захоронения Иисуса и несущие масло для помазания тела. Часть алтаря со сцены сошествия в ад также хранятся в музее, а Вознесение и Христос в раю принадлежат Институту испанского искусства имени Амалии. Ну вот такое описание работы «Воскресенье» Бартоломе Бермеха я нашел в интернете. Данный текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, смотрим работу.